Всем привет! Продолжаем наше прохождение Uncharted. Мы в крепости. В общем, что нас ждет дальше, пока не знаю. Куда идти? Туда? А, ту сторону, а вон лесенка. Ага. Сюда, наверное. Вот спуск вниз какой-то, кстати. Чё за башня? Тоже враги, наверное, да, будут? О! Ее тут нет. Это либо хорошо, либо очень плохо. Ой, я даже не знаю, что на это ответить. Так, ну значит, она жива, здорова, по крайней мере, как минимум, то правильно? Лестница вниз. А! Да ты чё? Не-не-не. Не надо прыгать, падать. Где закрыто? Да, блин, закрыто. А я тут была? А если я слезу? Да, я тут была. А куда мне идти дальше? Вон туда. Ну-ка. Там то ли чё? Не пойму я. Там вообще как будто был проход. Патроны? А. Мне кажется, тут тоже была, да? Чё-то я запуталась, мальца. Не, туда меня не пускают. Ну там прям, ну пройти как будто можно, конечно. Может, туда повыше надо? К рюкзаку добраться? Блин, я сейчас, наверное, не перепрыгну, да? А, черт, ладно, побежали. Но он очень медленно бегает. Прям капец. Хотелось бы чуть побыстрее. Давай. Наверх куда-то. О. Ну ладно. Елена, что она вытворяет? О, мы нашли нашу девушку. Алло. Алло. Бука Пунти. Че-че-че-че. Зараза. Сиоланло, чеботан Бока Пинто. Боже, прикольно. Меня спалили. Сработало. Вон он. Не совсем. Вот, блин. Пулемет. Зашибись. Что мне с этим пулеметом делать? О! Че, УЗИ? Револьвер всего 6 патронов. АК-47. Эй, не стреляй в меня. А чё, мне прямо из окна стрелять, да? Угу. Могу выйти отсюда, нет? Серьезно? Смесь. Кто кого зажимается? О. О, во! Чё-то не показалось. Зачем ногой-то?
Вот так, наверное. Прислонить, что ли? Вот. А где все? А, вон они все. О, ничего себе. А еще бочки есть? А, я тебя сейчас рвану. Пулемет взял какой-то. Ну-ка, если... Понятно, слишком далеко. Бессмысленно. О! Чё, патроны нема, да? Чё, всё? Да ладно. Чё, вниз спускаться? Ну, пойдёмте, патрончики пособираем. Собираю патрончики. Не, УЗИ верни. УЗИ верни. УЗИ хорошая тема. Мне УЗИ больше нравится. Блин, отпусти. А, это... А патрончиков нет у него, главное. Совет. Я поняла, что мне туда не открыли дверь. Сейчас, подождите. Во, 13 патронов. Дробовик не берем. Ух ты. А тут что? А-а-а. Ну, да ладно. Подожди. Да блин, он может нормально? Не вижу отсюда его. Я так не попаду в него. Дурацкая стрельба, я могу. Я так не попадаю. Надо поближе подойти. Оп. Да ты бил! Божечки, это ужасное управление. Я не могу. Меня бомбит. Перезарядись. Чё хрена целишься? Попала? Вроде да. Вроде бы убила. Кто? Да как так? Я вроде тебя убила. Да ты... Господи, я никогда не привыкну к этому управлению, честное слово. Гранату кину. Беги. Есть где забраться? О. Не, верни УЗИ. А гранаты все возьми. А это что такое? А, дробовик? Три патрона на дробовик, клёво. И что мне с этими тремя патронами делать? Я уж даже не знаю, что мне лучше. И насколько оно может стрелять? Всё-таки дробовик предназначен для ближнего боя. Но вот тут, блин, такая стрельба, что... А куда типа ты это делся? Странно. Она здесь игрушечная стрельба.
Да туда, выстрелите в бочку. А где бочка? Не заметила. Пистолет. Водопроводчика бы сюда. Зараза, откуда это? Это будет сложно. И все равно его это самое. Ну-ка. Господи, я не могу нацелить. Это просто... Ой. Ну что, у меня мало патронов совсем, да? Угу. Да в смысле, я стою... О! Кто меня зацепил? Как? Каким образом? О, божечки. Попади в него! Пожалуйста. А это, кстати, тоже, типа, пистолет-автомат, да? Не помер. Как это? Да ты чё? Где тут был? Ага. Ай, хотела взять ту пушку, так и не нашла нифига. Давай, садись. Сверху, что ли? А, класс, спасибо. Блин. Как же ты задоколебала? Боже, ну это капец. Где оружие-то, ё-моё? Вода ни хрена не видно. Ну, винтовку что-то нашла, надо же. Обалдеть. Отходи! Ой, ты боже. Не надо липнуть, ну, к этим столбам, ну, отойди ты от них, ну, божечки, ну, это, ну, капец, я просто сланет на него, ну, правда. Как может быть настолько вот убого сделано, ну, боже, даже вот осенний он так не липнет. Ты чё? С дробовиком. А! Да ты издеваешься, ты еще и промазал. Да как это называется? Еще патроны себе потратил, класс, да? Слышок. Чё, всё? Да ты гонишь. Ой.
Обалдеть. Куда дальше идти? Есть лесенка? И чё, я их отстреляла всех. А, можно было так? Ну, как-то так, да? Треугольник? Чё не активируется? Да ты... Все, пошли. Опять в воду прыгать, опять стрельба. Ага. Куда плыть? А залезть ты не можешь? Да ладно, что тут зацепить-то? Делов-то. Как выбраться? А во. Так, ну это... Что теперь делать? Вот это вот не выступ? О. Хрен заметишь. Хорошо, куда-то добрались. Ну-ка. Давай. Ага, уровень воды подняли. Угу. Где-то с той стороны. Ну-ка. А, во. И вот тут, наверное, да? Квадратик. Фу, квадратик, треугольник. Давай, 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 давай. Ну? Сюда, да? Где там наша Елена-то? Ключ к прошлому. Господи, Елена, ну где ты? Так, что здесь? Пистолет. О, даже не знаю, что лучше что-то взять. Патронов маловато. Минуточку. Что в этой башне такого важного? Загадка? Да что? Ага, конечно, стрельба. Конечно, блин. Ой, нельзя назад? Да! Что за фигня? Угу. Вон сверху. Блин, промазала.
придурок. Да ты сегодня помрешь когда-нибудь или нет? Пистолет, да? А наверх не забрать? А, вон. Чё, кто ты? Подождите, а я тут не была? О, меня обстреливают усиленно опять. Чё происходит? Да ты гонишь. Да ты... Это издевательство надо мной просто. Я просто брошу ее. Не знаю. Меня никогда так не бомбило еще. Ни в одной же игре, блин, как от этого. Боже. Где? Где? Нет, это оставим. А хотя не, у меня там чё, ну УЗИ патроны кончились. Давайте пистолет заберем. Там хотя бы патроны есть. Да ты вы задрали меня своим огнем на поражение. Ну. Нормально? Вылезь, дрянь. Да какой-то кошмар. О. И он еще не умирает, нормально? Ужасно просто, капец. Спасибо за патроны, блин. Так, пистолет. А у тебя что, винтовка? Ой, залезь. Ага. А это что? Не знаю. Давай посмотрим, что это. Так, мы открыли дверцу какую-то. Я немножечко психанула. Ох. Ну реально, я ни в одной игре настолько сильно не прилипала еще к стенам. То есть я хочу выйти из укрытия, он меня прыгает там к стене, к стене. Боже, это просто коряво настолько сделано. Ой. Что такое? Ну, я хочу пройти, увидеть сюжет. Тот же символ. Но при чем здесь эта башня? Символ башня. Ключ какой-то. Ничего это. И что это? Загадка? Угу. Ну и что? Чё мне дают-то? И чё толку? Поджечь? Видите, такие же выемки вон там, тут выемки такие же. Закрыто. Хм. Это
это мне что-то дает или нет? Ну, конечно, патрон потратила. А, вот символ-то. И что? Мне нужно найти ключ от этой двери, да? Или что? Чтоб туда попасть. Тот же символ, да. Вот он. Мне нужен ключ. А где его достану? А. Подождите, надо забраться наверх, да? Угу. А здесь залезешь? Так. Серьезно? Хорошо, давай. Пойдем так. А чё, бок нельзя? Пошечки, дурак. Боже, как сидит, валить легко. А там куда хвататься? А вот. Там птичка или что, интересно? Птичка. Ты наверх не хочешь залезть? Ну-ка. Вообще не хотел ни туда. Боже. Что это такое? Что-то сделал, взял, разрушился. Вот дает. А, еще на голову свалится, беги. О, я нажала. Меня расплющил. Заново, да почему? Я заколебаюсь снова зала. Иди туда. Никто столько не умирал, как я, наверное, в этой игре. Давай, давай. Кружочек, я помню. Сработало. Слава тебе, Господи. Ключ там есть? Есть? Чего-нибудь-то? Нахрена я это сделал-то? Ничего нет. Мне надо еще выше забраться, да? Правильно? Потому что, смотрите, вон там выемки, видите? А как я туда заперлюсь? Блин, залезь. Не вижу ничего. Дебил, ну как ты меня бесишь просто. Заново прыгать туда? Даже не знаю, зачем я ломала это. Угу, залази. Нахрена? Я хотела повыше, ты взял вниз. Ну, боже, ну как?
Ну и что? А зачем мне туда-то? Я думала, мне выше. Вон, видите, выемки. Дал мне показывать. Ладно. Боже, как же ты это делаешь, стрёмно. С трупа. Типа я с другой стороны. О! Куда мы залезли? Куда-то высоко, кстати. А чё ты туда спрыгнул? Давай, лезь. А вот птички. Башня, блин. О, наверное, сюда, да? Только не спрыгни куда-нибудь вправо, я тебя умоляю. И чё? И чё, и зачем? А зачем? Кто я, что это делал, что я это делаю? А, ну ладно. Принципиально, да, мне тут именно поставили? Простите. Спасибо. Полезли. Что тут надо сделать? Скелетик. Красота. Я назад вернулась. Я тут была. Зачем я такой путь проделала, чтобы спуститься здесь? Мне кажется, как-то странно. Ну вот, какие-то эти. Нет? Это, конечно, очень странно. Нафига я все это проделал? С какой целью-то? Прости, господи. Я могла просто пойти по лестнице. Я не знаю. У меня нет слов. Просто зачем я это сделала? Опять мы сюда пришли. Ну-ка. А если я там наверх залезу? Ну-ка. А я уже не могу. А, я допрыгнул? Ну ладно.
Во, вот сюда. Да туда не допрыгнул. Наверное. Хотя... Ай! Конечно, вряд ли. А! Блин. Сохранение здесь. Простите. Спасибо. Ну, слезай, чё. Очень странно вообще, конечно. Не понимаю, зачем вот эти все лишние телодвижения просто. Как туда забраться? Вообще не понимаю. А! Я взяла ключ там. Порядок. Что-то я даже не заметила в анимации ключа там. Мне кажется, я просто скинула, ну, канаты и спустилась вниз там, на этой башне. Даже не заметила ключ. Вот дает. Так. Да где же она? Мы сейчас Елену эту найдем, да? Я развернулась, да? Сейчас, видимо, еще будет всякие враги очередные, да? Так, ребят, давайте мы на этом остановимся. В следующей серии мы продолжим. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо и пока-пока.